фотографию? Нет, вот, нашел. Нашел? Где видео включается. Скажи, я лиса бывалая, на лбу ссадина старая, нос ободран весь, старый, у тебя старые, ты где-то с кем-то подралась. Но это даже давно. Куры сопротивлялись, не хотели, чтобы я их ела. Куры поклевали? Нет, это да, она такая очень крупная. Вот прикинь, не, у нас таких крупных нет, она реально крупная девка. Даже больше, и очень красивая, у нее лицо какое большое. Ну да. И золотые глаза янтарные. Да, глаза желтые, таких не было еще. Лапа-то задняя, вон как у этой. Так вон передняя, смотрите, боксерская перчатка. Как у Эльзы. Да, у Эльзы такие, наверное. Не, ну у Эльзы чуть побольше, наверное. У Эльзы не такие большие уши, как у Боньки были в том возрасте. А у Леги какие были уши? Ага. А у Мони? А у Мони вообще чебурашка. Такой чебурашка. Но она крупная, может быть, за счет того, что она с мамкой росла. Да, это очень же важно все-таки. Но она вас раздерет. Пух-пух. Меня нет, я же не полезу к ней. Она не нападает, она прячется и рычит, пугает. Она еще пока не. Я же не глупо лезть к ней. Да, зачем? Ей нужно постепенно время дать. Подкормить достаточно. Подкормить, поближе после этого. Я сейчас сяду, он книжку почитать у нее там. Ну, это будь здорово. Ну и все, она будет понимать, чихаем, что человек, он сидит чихаем. И что-то вроде вот, говорит, попало-то, да? Вот шар. Попало. Не дави на нее. Это глисты. В легких, конечно, легочная стадия развития. Потом просто, конечно. Глистогон. Ты слышишь, они у нас все. Сейчас она посидит в карантиннике и проглистогонится, и все будет хорошо с ней. Ну, лапы какие. Ой. Сколько она килограмм? Вот теперь кому нужен воскопран. А что, все? Не успели? Потом парапран. Потом парапран пойдет. Да, может быть, парапан. Что, не а да, все там постелено чисто? Да, нет. Ну, так нет. Ну,